Продолжаем смотреть «Войны клонов», седьмой сезон. И смотрим историю Асоки. А где у нее мечи, интересно? Неплохая у тебя наверху была академия. Да, лучшая. Как называлась? Академия Скайуокер. А корабль откуда? Его? Сама достала. Работала механиком, брала другие заказы. Здорово будет дальше, когда запустим гипердвигатель Серебряного Ангела. Серебряного Ангела? Хочешь сказать, что оно плохое? Нет, корабль твой. Очень называй даже его как хочешь. Может, и мой гиперцикл назовешь? Уже! Ведро! Теперь он ведро! В сумке. Уверяю, я все понял. С моими проблемами уже никакие не сравнятся. Асока ненадолго задержится. Навыки есть? Только полезные. Я наняла корабль под одно дело. Чего? Ты собиралась меня бросить? Нет. Я хотела заработать на нем и сразу вернуться. Вот, обращаюсь к тебе. Она как консола, короче. А что за дело? То есть тебе нужен самый лучший пилот и самый быстрый корабль? Да, вот все это. Кто о тебе заботится? Какие отсылочки? Ты, Рафа. Ладно, за работу. Разогреем двигатели. А ты не допускала, что ты для нее и есть беда? А ты не допускала, что может быть ты для нее беда, а? Добро пожаловать на борт Серебряного Ангела. Серебряный Ангел? Подумай еще. Нормально так они себе корабль замутили. Трейс, ты куда летишь? Хочу встать в эту полосу. Это военная полоса, закрытая. Туда тебе нельзя. Гражданскому транспорту полеты в этом секторе запрещены. Можете прощаться со своей лицензией пилота. Лицензия? А она была нужна? Пожалуйста. Кто был в этом транспорте? Да какие-то новички. Генерал, мне отправить перехватчики? Нет. Ни разу не была в гиперпространстве. Что? А на чем ты летала? Да в основном на спидерах, техническом транспорте, на всем, что попадалось. Трейс больше мечтала о полетах, чем летала. Что сказала? Что твой корабль просто мечта. Будет прикольно, если... Мы летим на Кессель? Рафа, там ее узнают. Для чего мы здесь? Перевозка лекарств. Ну, пока все неплохо. Кто из вас Рафа Мартес? Это я. Я Кинаш Лок. У меня самый быстрый корабль. Я так не думаю. Вам поручается доставка 3 контейнеров сырого спайса. Можете уже готовить его. Ведь у меня самый быстрый корабль. Они поняли. Пора загрузить спайс на ваш крайне быстрый корабль. Не лезь. Я начинаю понимать, почему Рафа не звала тебя на это дело. Оно опасно. Доставка спайса не просто транспортный заказ. Рафа заботится обо мне. Сколько же там дроидов? Это не дроиды. Они живые. А, я вспомнил, что это за тема. Она мне пока не нравится. Тебе все мои друзья не нравятся. А, хоть ее там не узнали. Хотя я не помню, была она там или нет. Марк Крим уже подготовил деньги. Марк Крим? Главарь синдиката? Конечно же, ты знаешь и о синдикате Пайков. Они отберут груз, корабль и твою жизнь. Что они сделают с кораблем? Ничего. Вот поэтому я и не хотела брать тебя на дело. Мы стоим друг за друга, а благодарностью долги не погасишь. Никто мой корабль не заберет. Что ты сделала? Сбросила спайса. Что сделала? Проблема решена. Из всех вариантов действий этот был буквально самым худшим. Сама в это не верю, но я с ней согласна. Я думала, что вести спай с бандитом – это плохо. Плохо. У меня найдется парочка уловок. Расскажешь? Нет. Чего они хотят, интересно, сделать? И как выкрутиться? Никогда еще не было таких спокойных полетов. Славно. Здесь ваша оплата.
Прошу, продемонстрируйте ваш груз. Ты отдашь нам кредиты и разрешишь улетать. Забирайте кредиты. Разрешаю вам улететь. Ей можно было вообще не выходить. Я признаю, твой план супер. Не выходить. Спасибо за все. Надеюсь, еще увидимся. Заводи ее. Пусто. Куда делся Спайс? Выпустить патрульные корабли. Активировать гравилуч. Что это? Это гравилуч. Попались. Сразу говорю, когда будут допрашивать, я свалю все на тебя. Блин. Проблемные девчонки, обе. Вообще, три девчонки проблемные. Ясен Пень это со своим заданием. Как мне кажется, она во всех сериях будет. Ну, то есть, хотя это сейчас растянется, наверное. Первая была как знакомство, и сейчас вот сама эта история. Изначально, конечно, все попахивало, ну, чем-то мутным. Классно то, что Энакин почувствовал Асоку, ну и, собственно, она его. И никак не... Ну, может, хотя он кого-нибудь отправил или сам отправится за ней, что было бы неплохо. Вот. Я не знаю, девчонки, конечно, реально проблемные. И на этом, на ужине, на обеде та достала со своим кораблем, типа, то, что он быстро это говорит, Асока, типа... Ну, он может использоваться спайс там для плохих вещей и так далее. Ну, камон! Я все понимаю. Это правильно. Но это не ее дело. Классно то, что она воспользовалась, ну, своей способностью, но надо было ей все-таки остаться там до конца. Есть что еще сказать? Типа, нет, все нормально. Вот. Тогда бы они свалили, но... Неплохая серия, неплохая. Интересно, как они выберутся сейчас оттуда. Приступлю к монтажу. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.